Вековой юбилей отмечает в этом году ветеран органов внутренних дел Чувашии, участница Великой Отечественной войны, лейтенант милиции в отставке Ксения Прокопьевна Редькова. Будучи военным фельдшером, она ходила в разведку в тыл врага, служила в санчасти батальона аэродромного обслуживания, принимала участие в боевых вылетах и не раз спасала от смерти раненых бойцов, часто находясь на краю гибели. Накануне Ксению Редькову поздравляли со столетним юбилеем. А таких, как она, и снимали свои фильмы фронтовые кинооператоры. Уроженка деревни Хорнзор Цивильского района Ксения Редькова, получив медицинское образование, в конце 30-х годов 20 века всю Великую Отечественную войну прослужила фельдшером. Спасала жизни солдат и офицеров. Часто сама оказывалась на волосок от гибели. 24-летняя Ксения принимала участие в обороне Москвы. За ее плечами решающие Сталинградская и Курская битвы. Под Сталинградом в составе разведгруппы она ходила, как говорят разведчики, за языками. Ее мужеству удивлялись даже враги. Ползем, и вдруг наши заметили три фигуры. Таких же халатах, масхалатах. Всех троих уложили. Уложили. Один прыгался, прыгался. Твой уже из твоих. То комнаты изъяли. Прибыли. Штаб. Тепло, жарко. Я капюшон сняла, волосы увидели они. Ох, говорят, у вас что, женщина ходит в разведку? Удивились. За героизм и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, Ксения Редькова награждена орденом Красной Звезды и медалями за боевые заслуги, за оборону Сталинграда, за взятие Берлина, за взятие Будапешта, за победу над Германией. Ксения Редькова вернулась в родную Чувашию после войны в 1947 году и 35 лет прослужила в медсанчасти МВД. За отличную работу в органах МВД награждена многочисленными медалями. На столетие мамы, бабушки, прабабушки, коллеги и подруги собралось немало гостей. Поздравления с юбилеем прислал президент России Владимир Путин. Таких людей, как Ксения Прокопьевна, даже в нашей огромной стране очень немного. Со словами глубокой признательности к Ксении Редьковой обратился глава Чувашии Михаил Игнатьев. Вы практически участвовали в этих горячих боевых точках, сделали мирное небо для нас, для молодого поколения. Низкий вам поклон. За многолетний добросовестный труд, на благо Чувашии и активную общественную деятельность Ксения Прокопьевна Редькова награждена медалью Ордена за заслуги перед Чувашской Республикой. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика.